Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с долгожданной рубрикой «Битва художника». Всем здорово! Да-да-да, чуваки! Именно благодаря вашим многочисленным комментариям мы наконец-таки снимаем это долгожданное шоу «Битва художников», где сегодня с Пашей мы будем сражаться на карандашах и узнавать, кто из нас самый лучший художник. Потому что, чуваки, кто смотрит эту рубрику впервые, давайте объясню быстренько правила. У нас есть огромная парковка, на которой находится ровно 30 тачек. И сегодня мы выбираем машину, которую будем рисовать с помощью рандома. И кто лучше ее нарисует, тот заберет в коллекцию. Ну а проигравший забирает себе тогда развалюху. Так, чуваки, правила довольно простые и интересные. Ну что ж, а перед началом видоса пожелаю вам по традиции приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает, ну и крутого настроения. Ну и, чуваки, я видел очень много комментариев, поэтому давайте так, кто ждал эту рубрику, поставьте лайкос под этот видос. Чем больше лайков, тем чаще она будет выходить на канале. Но мы не будем тянуть, погнали уже доставать карандаши и рисовать тачки. Чуваки, начинается самое интересное. Это выбор машины, которую сегодня мы будем рисовать. Итак, чуваки, смотрите, парковка из 30 тачек. Вначале идут мотоциклы, потом форсажные тачки, далее внедорожники, гиперкары и полицейские автомобили. А за красной линией тачки проигравшего. Ну что ж, давайте пойдем туда спрашивать у Алисы число от 1 до 30 и посмотрим, что сегодня будем рисовать. Давай, чуваки, давай. Кстати, забыл сказать, именно вы будете в телеграм-канале решать, чей рисунок окажется лучше. Поэтому обязательно переходите и голосуйте. Ну а мы начинаем. Готов? Готов. Алиса, назови число от 1 до 30. Так, Алиса, предсказывай число. Давай-давай. 23. Так. Выпало число 30. 30? Паша, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот тут 12, вот тут 13 идет, чуваки. Далее 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Последняя тачка. Порш! Порши. Полицейский Порш! Чуваки, ну что ж, фотографируем машину. Паша, слезай с нее и будем сейчас рисовать. Слезаю. Готов? И оба! Ну а вот, чуваки, наше рисовальное поле, где мы сейчас будем рисовать рисунки. Смотрите, дается 2 минуты. Кто лучше нарисует, узнаем попозже. Ну а пока, Паша, скажи, ты готов? Я готов. Я тоже готов. 2 минуты запускаю. Итак, 3, 2, 1, погнали! Итак, рисуем. Самое легкое, что Порш черно-белый. По идее, тут только черный цвет можно использовать. Самое сложное это что? Формы. Формы? Очень сложные нарисования. Палочка и два колесика. Я уже почти нарисовал. У меня уже прям Порш. Да, нарисовал. Так, вот так, чуваки, вот так. Я не вру, реально, посмотрите, мне кажется, у меня прям один в один Порш, чуваки, получается. Ой, ну вы с Поршей не художники. Так, 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 у меня Порш вот так, вот так. Я рисую ему передний бампер. Мистер Бампер будет у меня вот так. Ой, я рисую его фары уже. Фары, а я буду рисовать полицейскую дверь, значит, она у нас белого цвета, ребята. Дверь вот так рисуем. Мне кажется, надо не так рисовать. Полис, надпись полис должна быть полицейский Порш. Да, полицейский. Так, чуваки, прошло уже минута почти. Пипец, у меня пошла только дверь, два колеса. Так, вот так, крышу рисую. Так, рисую, вот рисую, так вот. Так, я сейчас тоже нарисую. Самое главное Порша это фары. Они должны быть именно вот такой формы Поршовской. Вот так. Рисую. Так, чуваки, у Порша есть две линзы внутри. Вот такая линза, вот такая линза, вот такая линза и вот такая линза. Офигенно, прям один в один получается. Вообще прям плохо получается рисовать. Ну ты потом увидишь мой Порш. Так, оп, мигалки, мигалки, не забываем. У него мигалки в виде стрекозы, ребята, вот такие. У нас время остается. 20 секунд, чуваки, давно мы не рисовали, слушайте. Походу надо закрывать эту рубрику обратно. У меня квазимода получился какой-то. Паша, это жесть. Мигалки, мигалки рисуй. Так, колеса пошире, делаем колеса пошире, делаем вот так. Бампер, спойлер, спойлер. У него есть спойлер? Нет, спойлер нет. А как ему нарисовать эти мигалки? P-O-L-E-S. Е, я не знаю. Паша, 5 секунд. 5 секунд. Логотип пошел надо вот так. 9-1-1, это типа служба спасения. Вот так, черный цвет, белый цвет. Эй, он у меня, короче, белый. Все, время вышло, чуваки. Итак, получается, скидываем зрителям наши рисунки, и они будут уже голосовать. Итак, чуваки, картинки мы наши скинули в мой телеграм-канал, и подписчики мои проголосовали. За 5 минут почти 2000 проголосовало. Итак, оглашаю результаты. Пашин рисунок набрал 36%. Мой рисунок
64. Поэтому я забираю себе полицейский Порш. Так, теперь тебе нужно выбрать тачку, на которой ты будешь сражаться. Давай, и мы крутанем рулетку. Опа, опа, опа. Я выбираю мотоцикл. Мотоцикл, хитрюга. Ну что ж, бам-бам-бам-бамс. Так, рулетка крутится. Выбираем испытания. Паша на мотоцикле, я на Порше. Я победил тебя стопудово в любом. Итак, прикинь, толкучка будет. Тебе трындец. Это битва на выживание? Нет, это у нас... Круговая гонка! Опа! Интересненько! Отправляемся на первую битву! Итак, итак, чуваки, правила у нас простые! Кто сегодня делает ровно один круг вокруг нашего озера, тот и получает один тот самый балл! Итак, смотри, ты на мотоцикле, я на Порше. Я думаю, тут шансы плюс-минус на равных, потому что и Порш быстрый, и мотоцикл ржавый тоже довольно быстрый. Ладно, не будем тянуть. Раз. Два, три, с мигалками, погнали! Ой, 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 ой! Паша, смотри, там не развалились по деталям на ходу! Вот так, ребята, в дрифт я поворачиваю. Я догоню тебя, я вгоню! Конечно, вау! Нормально Порш рулится, чуваки! Я думаю, ты довольно фигово... А ты где, Паша? Нормально мотоцикл гладит! Подожди. А, что? Я думал, он сзади где-то там выпернулся! А вон он едет спереди! Давай, давай, догоняй! Прижимаемся к обочине, мистер Твистер! Давай, 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 налево, налево, налево! Паша, я могу одним движением тебя с байка скинуть. Это будет реально нечестно. Ладно, не а будем, я не могу будем. Одним движением объехать все машины. Я добрый полицейский. Просто прижмусь к обочине и орёт, проеду и объеду его. Вот так, нет, вот так, вот так. Прижмусь. Оп, я тебя сейчас сам прижму. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка. Нифига. А чё он такой резвый? Ой-ой-ой. Внедорожный копатель. Смотри, вот сейчас будет трындец тебе. Я на внедорожный выйду, там я уже за себя не ручаюсь. Буду играть по жёсткому. Это я на внедорожный выйду за себя не ручаюсь. Тихо-тихо-тихо. Нормально, нормально. Нереально! Ой, так, пока, так. Спорта! Подожди, эта тачка точно не для внедорожья. Чуваки, гоним по максимуму! Давай, 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 давай. Не далеко догонишь, не я буду первым, догоню. Хоть и на фиговой тачке, но разверну. Первый. Разверну! Я офигею, что на развалюхе, ребята! Выиграть меня! Подожди! Так, так, так. Главное сокращаем, не машина, сокращаем. А водитель! Да, 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 главное водитель! Так, чуваки, ну у него мотоцикл! Тебе легче? На кочках. Я упал. Здорово, ёмку изучаешь, что ли, вверх ногами? Да! Полкруга, ребята! Быстрее, 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 полкруга, догоняю! Полкруга. Вау! Это ралли-форсаж! Ой-ой-ой, дверь помял себе. Так, чуваки, полкруга, реально полкруга. Трамплин! Буду прыгать, не буду прыгать. Ты будешь прыгать, Паша? Давай, вот так, прыгай, вот так. Кашка. Нет, я такой. Ну-ка, прыгаю, рискую. Опа, вот так. Ай! Левее надо было. Оп, нормально, нормально, нормально. Чё, прыгнул? Чего? Вот это трюки тройное с этим переворотом, ребята, на колеса. Давай. Оп. Я догоняю. Нормально. Всё, нет, 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 ближе, нет. Ближе. Иди на велосипеде, завгони. Чуваки, победа уже в кармане. Так, рискую, 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 рискую. Через озеро буду прыгать. Рево, рево, лево, лево. Право, право, право. Через озеро прыгать, да? Да, да. А вот ты точно утонешь. Давай за мной, Паша. Так, а почему это я утону? Я не утону. У тебя мотоцикл. Мотоцикл никогда не может перепрыгнуть. Если он коснется воды, ты его заглушишь сразу. Ладно, рискуем. Чуваки, ну прыгаем, ладно, через озеро. Хорошо. Офигенно! Все, по асфальту я точно вырываюсь вперед. Давай, давай. Раз, два, три. Примерно вот тут, чуваки. Погнали, давай! Я вот надеюсь, так. Ты утонешь! Нормально! Нет, 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 нет. Вот, кто-то уже утопил тачку. Прямо на колеса. Идеально! Паша! Все, я победа! Тоже смотри, сейчас смотри. Перепрыгну! Не-не-не, можешь уже не торопиться! Финишная прямая, чуваки! Если бы, кстати, ты там с байка не упал, ты бы, может, еще победил меня. Но пока что я одерживаю победу. Все, ну, по прямой. Ну, быстрее. Тут я точно быстрее, чуваки. Это благодаря мигалкам и вашему голосованию с рисунками. Оп, аккуратненько. Где финиш-то? Вот налево, налево, налево. Первый балл у меня. Ну что ж, дожидаемся Пашу и идем ко вторым рисункам. Ну ничего, ничего. Паша, ты не расстраивайся. Сейчас, может, ты отыграешься. Так, легче всего нарисовать, мне кажется, будет мотоцикл. Я хочу реально мотоцикл выбить. Давайте спросим у Алисы. Алиса, если называл до этого тридцатку, сейчас будет один, наверное. Итак, число от одного до 30. Так, Алиса, называй, давай. 7. Итак, я предсказываю. 1. Выпало число 16. О, 16. Что подожди, это? Интересно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это внедорожники. 13, да, 14, 15 и 16. О! Вообще легче всего будет нарисовать, мне кажется. Чуваки, это просто палочки и колесики. Ладно, ладно, достаем наш фотоаппарат, прицелимся и фоткаем. Ну вот, ребята, и наше поле вернулось. Так, интересно, кто сейчас быстрее нарисует тачку.
Чуваки, надо в этом смотреть в ускоренном режиме, потому что мы рисуем реально 2 минуты. Готов, Паша? 2 минуты. Я готов. Фотка на экране. Раз, два, три, погнали. Так, я выбираю цвет. Серый цвет. Буду рисовать темно-серый. Буду рисовать фары. От фар уже потом буду отталкиваться. Вот я такая буду фара. Потом вот такая фара. Так, самая легкая тачка. У нее просто одни прутики. Ну-ка, вот так. Бампер, ребята, мистер Бампер. Рутики? Да, да. Не знаю, это сложно. Нет, у нее вообще легкая форма. Она вообще как треугольник. Смотри, вроде бы сейчас вы не поймете, чуваки, но я отвечаю, это будет очень легкая машина. Вот так, вот так. Ой, вот так, Серёжа, я уже рисую. Что ты рисуешь? Я сейчас рисую. Я даже мотор, я успею мотор и прорисовать. Вот так мотор, там будет торчик, мотор. Красный там движок, ага, такой трубочка. Мотор там будет торчать, да? Не-не-не, я отвечаю, у меня еще будет самая лучшая тачка. Только голова сильно. Не медленно. Так, вот так, ребята, идут палочки какие-то. Я уже рисую. Вот так. Оп. Загогуйки. Смотрите, вроде у меня, вроде получается. У него вообще там одни палки. Но это самая легкая тачка, отвечаю. Вот так, палка влево, палка вправо. Две рисуются, две. Две рисуются, давай. Ай, колесо кривое. Вот так колесо нарисуем, чуваки. Вот так. Немного другая овальная будет. Ну ничего страшного. Оно у нас внедорожное какое-то должно быть. Вот такое. Что-то у тебя получается или нет? Я не знаю. Ну такой. Страшило получается точно. Так, вот такое волнистое колесо номер два, чуваки. Вот так вот кубиками у него колеса квадратные внедорожные. Офигенная машина. Четкая. Времени остается 30 секунд. Надо машину нарисовать каркасы. Так, вот так, каркас. Короче, вот так быстро покрываемся. Сложный, честно говоря. Нормально, легкие тут одни палки. Ё-моё, что я сделал себе? Мне кажется, испортил. Так, вот такая палочка, вот такая палочка, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Колесо одно еще сзади должно быть. Вот такое вон сзади. Так, колесо и тракторное колесо. Паша, 9 секунд. Так. Я успею. А я не успею. Так, колеса разукрашиваем. И всё. Ну все. У меня страшило какое-то. Ну, ладно, голосуем. И так, чуваки, опять же мы рисунки отправили, и опять голосование прошло. Спустя 2 минуты проголосовало уже 1500 человек. Итак, оглашаю. Результаты почти точно такие же. Короче, за Пашин рисунок, ребята, проголосовало 37% человек, а за мой 63%. И то есть я опять забираю тачку. Ну, слушай, на немного получается, зрители считают, что я получше рисую. Кстати, теперь тебе нужно выбрать машину. Смотри, у тебя есть внедорожник, у тебя есть седан, у тебя есть... О, старая тачка, не хочешь себе такую машину? У тебя, значит, это внедорожник, я тоже возьму внедорожник. А прикинь, сейчас будет толкучка, и ты бы мог таран взять. Ладно, крутим рулетку. Раз, два, три, оба! Итак, ну-ка, я офигеть, толкучка будет. Ну, что там? Я не знаю, рулетка крутится, в футболе пролетели, догонялки пролетели. Так, чуваки, это у нас дрифт или не дрифт, или... Царь, спуск горы. Спуск. Чуваки, отлично. Ташки подходят идеально, так что едем на гору. Врум-врум, чувачки. Короче, шанс, я тут думаю, чисто на равных. Потому что и у меня внедорожник, и у Паши внедорожник. Это же этот, джип Тревора, кстати. Он довольно мощный. Ладно, Да-да. Испытание, спуск с горы. Мы находимся на вершине самой высокой точки в GTA 5. И кто спускается вниз к финишу, к дороге, получает 1 балл. Счет пока что 1-0 в пользу меня. Но тут я говорю, тут уже важна не тачка. Тут важна удача мимо деревьев пролететь. Поэтому 3, 2, 1, стартуем! Как он умеет медленно стартует? Паша! Я чуть воздухе на тебя не залез! Здорово! Давай, газуй! Ой, у меня вообще... Паги, ё-моё! Так, у меня и сзади... А ты куда полетел? Нифига он там! Давай, вперед, машина! Так. Попалём! Ё-моё, у меня слишком мягкая машина! Она стартует медленно у меня! Давай разгоняйся быстрее, УАЗик! Так, налево! Паша, полетел! Я тоже, только не туда немного! Направо, налево! Ёлки-палки! Чуваки, все, мне не повезло! Лучше бы мотоцикл достался! Байк бы легче было рисовать, ребят, он бы проехал легко! А у меня наоборот, все хорошо! Тихо, нормально! Мне тоже повезло между елок! Все, а я еще в карту включу, вон он недалеко! Здорово! Четвертый! Смотри! Нет, Паша, да ё-моё! Я от тебя уворачивался! Сальто! Да ладно! Чуваки! Вперед, пока! Просто пока! Я говорю, сейчас я проеду! Маленький Костик! Ты чё? Земляничка тут, виноград вырос! Кустарник! Да это невозможно! Как? Все елки объехал! Все гигантские дубы, ребята, пролетел! Я маленький Костик! Остановил меня! Давай, колобок! Да ё-моё! Нет! Если он получит 1 балл, я офигеть! Впендерился, я видел! Разгон! Смотри, супер класс! Вот так, оба, налево, направо! Давай! Внедорожная подвеска должна проглатывать камни, а не врезаться! Нормально, все под контролем! Здорово! Я уже рядом, я сзади! Так, налево, направо! Нет! Давай! А что? У меня заглохла тачка! Корова сальтуху навернула! Да! Паша! Нет! А почему она не едет? Ребята, а что с моей машиной? Потому что развалюха! Тихо! Вот, едет! Она реально заглохла у меня на ходу! Не-а!
Ну нет. Ладно, я не расстраиваюсь, потому что баллов пока что наравне 1-1, а рисую я немного лучше. Ну что ж, перегоним к третьему нашему батлу. Эй, вот мы, ребята, на нашей парковочке. Остались у нас, получается, мотоциклы ни разу не выбирались, форсажки ни разу не выбирались. Внедорожники были, гиперкары еще не были, и полицейские тачки были. Ладно, давай спросим от 1 до 30. Прикинь, ромашковый гель рисовать надо будет. Итак, Алиса, выбирай на последнее испытание, что мы будем рисовать сегодня. Итак, число от 1. Ой, а я секундомер запустил, чуваки, случайно. Так, уже голова не варит. Все, Алиса готова. Итак, число от 1 до 30. Так, Алиса, называй число, давай. Гелик, ромашки. Число 11. Число 11. Это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это форсажки. 7, форсаж. 8, 9, 10, 11. Тойота Супра! Ого. Ребята, Тойота Супра, если будет дрифт. Ну-ка, давай, вид сбоку еще ни разу не рисовали. Оп. Вот так делаем. И рисуем, чуваки. Поле битвы начинается. Готовы, Паша, 2 минуты? Да, готов. Ускоренный режим. Чип и Дейл, ребята. 3, 2, 1, погнали. Так. Все. Тойота Супра. Получается, чисто линия прямая. Ой, какая кривая. Так, прямая. Вот, идеально. Прямая. Колесик. А, я придумал. Тут же можно вообще... Лайфхаки, ребята. Вот так. Ой. Я сейчас такой... У меня тут есть лайфхаки. Давайте. Ой. Я сейчас всю тачку прямоугольниками соберу, Паша. Офигенная тактика. Так. Все, читерская тактика. Да, чуваки, ну-ка, смотрим по рисунку. Машина, по идее, она такая прямоугольная, квадратная. Она длинная. Нет, она не длинная. Так, а по диагонали? А почему нельзя по диагонали квадратики рисовать? Так, по прямой вот так делаем. Это же кабриолет. Вот. Так, кабриолет. Вот так, смотрите, берем, вот так делаем. Ё-моё, что это? Давай, рисуй. Так, я рисую, сейчас мне нужно фигурки выбрать ровные. Вот так, фигурка. Так, вот так. Фигурочки, да. Стой, зря. Так, все, прямыми линиями будем вот так фигачить. Реально, прямыми линиями. Идеально. Вот. Идеально, да. Вообще прикольно получается. Вот, получается? Да ладно. Сейчас проверим, чуваки. Самое главное. Так, мне кажется, нужно вернуться к моей кисточке. Так, кисточку, ребята, берем кисточку, рисуем кисточку, теперь нарисовываем. Вот так, формы. Ой, слушай, мне кажется, я победу тут 100%. Не сегодня. Спойлер нарисуем. Так, колеса у нее тоже. Колеса. Я уже раскраску делаю. Паша, а я еще не... Я раскраску забыл сделать. Ой, самое важное, ребята. Так, опа. Что это? Я ослеп. Тихо. У меня ужасно. Подожди, я где-то просчитался. Так, все, я не успеваю. Нет, зря начал кубиками рисовать все. Так, раскраска. Времени. 5 секунд. Так, рука вот такая. Огонь. Ой, все, я не успел, ребята, я уже... Блин, я... Я тоже не успел. Больше времени будет. Ладно, я проиграл тут. Скидываем и голосуем. Чуваки, такие дела, что у меня подозрение, что Паша бухлевал, какой-то слишком... Ну, я смухлевал, да, согласен. Да, ага. Я скопировал картинку из интернета. Эй, я так и понял. Но слушай, даже если ты не мухлевал, я допустил ошибку, я начал квадратиками выстраивать машину, она вообще у меня не получилась, она просто ужасная. Итак, голосование. Подписчики оценили мой рисунок на 10%, а у Паши 90%. Поэтому ты забираешь... Ну, это нечестно. Да у меня, да, честно, забирай, ты так сегодня без тачек был. Так, чуваки, у меня получался остается выбор. Смотрите, есть тачка на турбодвижке, с тараном, фургон и вот такой лоурайдер. Эти две машины я не беру. Выбор. Если выпадет толкучка, я бы выбрал или таран. Эту, а если это турбомотор. Эту. Ладно, турбомотор и большие колеса. Тоже. О, да, это тачка Вин Дизеля, посмотри. Она же реально только заржавевшая немного. Офигенно. Ладно, 1, 2, 3, рулетка. Итак, крутим рулетку, чуваки, и смотрим, кому что достанется. Точнее, какое испытание. Так. Прикинь, гонка или дрифт. О, это вообще шансы наравне будут. Итак, что? Паша, толкучка пролетает. Это гонка. Я предсказатель. Чуваки, если бы я взял таран, я бы проиграл. Ну, а мы отправляемся, да, прокачивать наши точилы. Ну и, наконец, финал. Счет у нас 1-1. Сейчас проверим, кто круче. Вот такой полуокер на Тойоте Супре. Или Вин Дизель. Ты чего? Смотри, к нам Вин Дизель приехал, Доминик Торрента. Нормально. Чуваки, настоящий форсаж. Что он долбится в стену, правда? Ладно, короче, гонка, ребята, городская. Сегодня стартуем на вершине горы и спускаемся через город прямо к пляжу. Кто первый доезжает до сюда, получает последний балл. Счет пока что 1-1. Готов? Давай, готов. 1, 2, 3, погнали! Оп, давай! Что за никогда с ним, что я не понял? Оп! Мощности много, у меня турбодвижок, Паша! Я дрифтовый! Так, дрифтовый куст! Так, ой! Она не поворачивает! Минус есть, так, налево. У меня слишком дрифтовая тачка, блин! Так, а я по прямой, кстати, довольно быстро разгоняюсь!
Но вот в поворотах вообще оно неуклюже. Ай! Лучше бы таран брал, наверное. Направо. Я направо. Я не понимаю, что у меня с машиной? Она не управляется. Так, у тебя не управляется? Смотри! А я-то уехал уже на километр почти. Давай, 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 давай. Смотрите. Пока, Паша! Он в космос полетел. Ес! Счет будет сегодня 2-1 в пользу меня. Давай, давай, развалюшка, давай, едь, едь, едь. Я постараюсь выиграть, хотя бы. Это трындец! Ребята, вот говорю так. Смотрите, чем больше лайков вы набираете под этой рубрикой, тем чаще она выходит. Я даже придумал! Давай, если лайков будет много, ну давай 50 тысяч, прям 50 тысяч, мы сделаем 5 минут времени на рисунке. 5 минут, только ускорим, конечно. Это будет круто! Да, тогда рисунки могут, ребята, похвастаться в музее будет выставляться. Все, будем мы художниками. Дель Альберто, Микеланджело, Феррари. Я тогда скопирую целую картину. Куда полетело оранжевое, не понял? Нет, у него быстрее машина все-таки. Давай, турбодвигатель! Ну слушай, у меня турбодвигатель. Эй, Паша! Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ай! Почти! Почти! Ты не пройдешь! Давай, давай, давай! Это форсаж! Это форсаж! Развалилась! Оп! Разворачиваемся! Это гонка по-красному! Тараним его и вылетаем к победе! Один балл! Я загоню тебя! У тебя реально ни капота, ни дверей, ни багажника уже нету! И колеса не нужны, Паша! Выкидывай их! Вот так! Сейчас налево, выкину, налево, налево! Но сейчас победить! Да! Да! Финишная прямая, понимаешь? Понимаешь? Попахивает победой! Понимаю! Сейчас выиграю! Все! Киностудия проезжается, ребята! Аккуратненько! Давай, 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 давай! Так, фургоны, уезжайте! Так, вот, вот, а где я он? Я слишком дрифтовая тачка! Да ладно! Чуваки, 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 газу, 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 газу. Я видел, он там появился на секунду. Ну-ка, 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 ну-ка. Ой, ой, вон он летит. Так, с дороги. Нет. Пипец. Да, улетел. Мимо финиша. Получаю 1 балл. И счет сегодня становится 2-1 в пользу Джела. Ну что ж, чуваки, поздравляйте меня. Ну а по окончании видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этот видос подходит к концу. Кому понравился, жду от вас лайкосик. Ну а с вами все был Джел Блэйзен. Ссылка на Пашу будет также в описании. Так что переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова. Всем пока, народ.